Твери уже 2 месяца действует дизайн-код. На деле предприниматели не торопятся приводить свои вывески, витрины и консоли к единым стандартам. Многие информационные конструкции никогда и не были согласованы с администрацией. Сейчас в районах города проводятся рейды. Предприниматели предупреждают, за незаконную вывеску положен штраф. Подробности смотрите прямо сейчас. Улица Советская вошла в перечень территории особого городского значения, где внедряется дизайн-код. Вывеска салона красоты может и привлекает посетителей, но расположена здесь без согласования, то есть незаконно. Вот эта вывеска в полной мере попадает под административную ответственность. Под какую? Административная ответственность. Статья 26 закона Тверской области об административных правонарушениях. Несогласованные информационные материалы. Я не читаю ваши постановления. Да. Также... Одни придумываете, потом отменяете. Закон Тверской области об административных правонарушениях, он еще с 2003 года действует. Незнание закона, как известно, не освобождает от ответственности. Специалист районной администрации на месте составляет акт обследования. На индивидуального предпринимателя в данном случае административная ответственность будет в размере от 10 тысяч рублей до 20 тысяч рублей. Следующий объект проверки – Тверской проспект. На фасаде дома номер 9 соседствуют вывески разных размеров и цветов. В числе нарушителей и вот эта мастерская по ремонту телефонов. Да, здесь, конечно, налицо все виды, все перечисленные нарушения. Здесь и фотографическое изображение товаров, которые недопустимы, и многоповторное вот это размещение одного и того же. Пилотными для внедрения дизайн-кода определены 7 магистральных улиц. 80% вывесок на них не были согласованы с администрацией города. Для того, чтобы избежать административной ответственности, мы призываем сегодня озадачиться и приступить к работе по приведению своих вывесок к новым требованиям. А у тех предпринимателей, чьи вывески были согласованы ранее, до октября следующего года есть время, чтобы привести их в соответствие с требованиями дизайн-кода.